Я Асяева Татьяна, волонтер Победы Республики Мордовия. И сегодня я вам хочу рассказать о Горячкине Тимофее Степановиче. Горячкин Тимофей Степанович – командир звена 99-го отдельного разведывательного авиационного полка 15-й воздушной армии Ленинградского фронта, гвардия старший лейтенант. Родился 5 марта 1922 года на станции Чамсинка, Республики Мордовия, в крестьянской семье. Мордвин. Окончил 9 классов. В Красную армию был призван в 1941 году. В 1943 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны с июня 1943 года. Командир звена 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного полка Тимофей Степанович совершил 101 боевой вылет на разведку объектов неприятеля. Сбил 2 вражеских самолета. Сфотографировал более 1500 фотографий железнодорожных эшелонов. На аэродромах обнаружил около 1000 самолетов. Приказом от 15 мая 1946 года Тимофею Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Тимофей Степанович продолжил службу. В 1954 году окончил военно-воздушную академию. Жил в городах-героях, таких как Москва, Минск. Скончался Тимофей Степанович 7 мая 1974 года. Похоронен в столице Белоруссии, Минске, на Восточном кладбище. Тимофей Степанович награжден орденами Красного Знамени, орденом Ленина, 3 орденами Отечественной войны первой степени, орденом Отечественной войны второй степени, медалями.